Всем здравствуйте! Хочу сегодня показать вам свои новиночки. Их скопилось достаточно приличное количество. Это мои покупки за июнь месяц. Что-то привезено из Голландии. Что-то куплено в частных коллекциях. Первое, с кого хотелось бы начать, это Калатея Зебрина. Она была приобретена из частной коллекции. Вид у нее немножечко потрепанный, но я рассчитываю на то, что со временем она отойдет, напускает новых листов и будет уже красивым растением. Там у нее лезет детка. И, к сожалению, центральный листок у нее был нещадным образом обрезан. К сожалению, увидела я это только дома. Говорят, калатеи капризные, им нужна повышенная влажность воздуха, их очень любит клещ, но они очень красиво выглядят. Поэтому я захотела попробовать подружиться с этими красивыми растениями. Следующее – это Калатея медальон. Это деленка. На данный момент она пытается акклиматизироваться, приспособиться. Посажена в стакан. Лапки пока свои не поднимает. Так вот, находится в таком состоянии уже пару недель. Адаптируется. Лист у нее большой. Выглядит она эффектно. Надеюсь на то, что разрастется и будет большим пышным кустом. Обратная сторона вот такого вот красивого фиолетового цвета. Следующая малышка — это Калатея маккоя. Она совсем маленькая, куплена в частной коллекции. По идее, должна вырасти в большой куст, примерно такой же размером, как медальон. Но пока вот такая малышка. После пересадки выдала два новых листа. Следующее растение, которое мне очень нравится, это папоротник флебодиум. Его я пересадила. Он уже наращивает новый вай. Интересно раскручивает улитки свои. Еще он корневищный. Вот в горшке можно заметить вот это рыжая лапка – это корневище флебодиума. Оно слегка мохнатое, и так он растет. Сейчас, конечно, этот папоротник небольшого размера, но должен вымахать чуть ли не в двухметрового красавца. Ну, надеюсь, я дождусь. Следующий красавчик – это Замиокулькас зензи. Возможно, кто-то уже видел шотс на нашем канале. Маленький такой обзор, когда он только появился у меня. Очень хотелось вам похвастаться. Это неожиданная такая любовь для меня. Я не планировала собирать разновидности Замиокулькаса. У меня был один большой, и мне вполне этого хватало. Но вот почему-то вдруг мне захотелось. Пролистывая ленту ВКонтакте, цветочные группы, очень много таких красавчиков показывают, и мне почему-то тоже захотелось иметь такого маленького пузатого коротышку.
Здесь видно уже, что пошел новый рост. Значит, ему все нравится. И он потихоньку растет. Размером он будет небольшой, сантиметров 40, ну, может быть, 60. Будет пышный кустик. Следующий красавчик – это антуриум красный. Сорта я тоже не знаю, их там много разных сортов. А это деленка от взрослого растения, так что размером он будет чуть побольше. Цвет у него красный. Я не устояла перед этим цветком. В нашем городе, в чатах, очень активно продают антуриумы разных цветов. Девочкам всем очень нравится, все берут, хватают. Но я подумала, чем я хуже. Заведу себе такого же. Спасибо Надежде, которая мне его продала. И последний новичок на сегодня. Неожиданная любовь. Раньше я смотрела на него. Ну, цветок и цветок. Ну, чего в нем необычного? Ну вот почему-то в один прекрасный день я вдруг подумала. Хочу. Это фикус лировидный или лирата бомбина. Это миниатюрный сорт. Листы у него не крупные, но очень эффектные. У меня вот за несколько дней буквально раскрыл новый листик. Будет его подращивать. Размером он сантиметров 45. Его я еще не пересаживала. Но он очень красивый. Муж смеется, сказал, его листы похожи на листья хрена. Ну, в общем, нам обоим понравилось. Всем спасибо за внимание. Спасибо за обзор, что досмотрели. И всем пока-пока.